Зараз я вам відкрию великий секрет. Виявляється, що йоги теж хворіють і навіть на коронавірус. Але вони швидко одужують. Що вони роблять? Зараз дізнаємось в програмі «На здоров'я». Всім привіт! Отже, Єгор, коли ти відчув, що цей підступний ковід проник в твоє міцне, здорове тіло? Йога, тіло-йога. У мене чуть-чуть піднялась температура, я думав, що це якесь весеннє недомагання. Но забавно было осознать, что это, скорее всего, ковид, когда я после практики сидел, дышал какие-то упражнения свои в мягком режиме, потому что начиналась простуда, как мне казалось. И я понял, что я не чувствую запах благовония, которое прямо вот рядом со мной находится. Я такой, чувство дыма есть, а запаха, который мне привычен, нет. И поэтому я позвонил своим друзьям-врачам, проконсультировался, они говорят, сдай на всякий случай тест, и он подтвердил. Была температура первые несколько дней, буквально 4, причем она была не выше 37,5. Вот. Один день, даже одну ночь, скажем так, очень сильно ломило мышцы, суставы, справился вроде бы как симптоматически. Вот. Горячий душ, даже контрастный душ, какой-то коврик с иголочками. Вот. Не теми, которые ты говорил, а гвоздями, а обычный там аппликатор чего-то там, Ляпко или Кузнецова, уже не помню. Вот, просто улучшить кровоток, в общем-то, и много горячего питья, и, в общем-то, это дело прошло. Что было такое, что ты незвично было для тебя? Все было как бы предсказуемо и легко устранимо, но самое неприятное, это когда уже казалось, что вот заканчивается мой карантин, я себя прекрасно чувствую, это очень тупил мозг. Я думал, что я потрачу эти 2 недели на какое-то обучение, там, что-нибудь, составление новых семинаров, планов каких-то, еще чего-то. А хотелось только смотреть какой-то попсовый YouTube, условно говоря, что больше ничего не заходило. Ты чувствуешь себя какой-то как старческой деменцией, знаешь, такое, типа, совсем все тормозит, совсем все тупит, как старый компьютер. Что ты робив? Якісь, може, дыхальні вправи, чи, може, фізичні вправи? Самое страшное в ковиде – это не то, что там легкие поражаются. Легкое – это одна из самых регенерируемых тканей в нашем организме, и оно восстанавливается, даже когда у людей было поражение, там, 60-70%. Достаточно быстро все восстанавливается. И инвалидность, вот как я там читал статистику и спрашивал у своих друзей, врачей, по легким практически, ну, минимальная. Проблема может быть с тем, что загустевает кровь, и она склонна к образованию тромбов. То есть именно у кого есть проблемы с сердечно-сосудистыми или с лишним весом, ну, нет. Вот чем хорошо, да, я занимаюсь, тренируюсь, нет лишнего веса, есть нормальная работа сосудов, есть нормальная работа сердца, но как бы... Поэтому нужно было просто что-то делать мягко, спокойно. Мягкая практика, которая просто заставляет как-то двигаться кровь. Єгор Колаковський, він покаже декілька дихальних вправ, ну, для звичайних людей. Человеку нужно сесть ровно, это не обязательно, как мы с тобой сидим там. Можно на стуле, колінах, чи... на стуле, стоя неважливо. И гаразд. Так далее. Нам нужна грудная клетка. И самое простое, мы можем вдыхать, расширяя грудную клетку, разворачивая ладони вверх. А выдыхать, обнимая себя и сутулясь. Вдох. Медленно и спокойно. Выдох, опуская голову и обнимая. Чередуем. На вдохе руки развели и, например, правая рука сверху. На вдохе развели, развернули и левая сверху. И продолжаем. Сколько раз? 12-15. Или, если устали, можно меньше. И на швидко. Не-не-не, полный спокойный Повільно. Вдох. Нужно успеть вдохнуть и успеть выдохнуть. Не надо никуда ничего махать. Что еще мы можем сделать? Мы можем хорошо повращать плечами. И кажется, что это не про дыхание, но двигая плечами, мы двигаем лопатками. И вспомогательную дыхательную мускулатуру развиваем. Просто вперед-назад, несколько раз в другую сторону. Тоже 12-15 раз. И старайтесь, опять же, делать это с полным оборотом. Из школьной программы упражнения вы просто вот так вот рисуете 2 кружочка перед собой локтями. Можно назад уводить, можно вперед. Это тоже развивает вот здесь межреберные, лопаточные, подключичные мышцы. Просто, очень просто.
Но вы должны ощущать, что ваши лопатки вот так прям гуляют по спине. То есть максимально. Да, да, да. Прям вот кружочек вырисовать себе, два кружочка вот так вот. И обратно, да, конечно. Даже этих там нескольких упражнений уже будет хватать. Просто их нужно делать, например, утром, в обед и вечером, как таблетки пьют. И такое чисто йоговское упражнение, возможно, не сразу у всех получится, но можно пытаться. Я его максимально как-то для обычных людей, не йогов, упрощу. Мы складываем губы трубочкой и всасываем воздух. А на выдохе просто ха. И так расслабленно, ха. И опять. Как будто молочный коктейль через трубочку пьете. А на выдохе ха. Да. Уджая. Уджая переводится как побеждающее, аж побеждать, неосознанность. То есть оно делает человека внимательным, сосредоточенным и спокойным, соответственно. Навіть якщо ви зараз хворієте на ковід, ви можете робити це, ці вправи. Вони не дуже важкі. Вони абсолютно прості. Якщо людина не лежить от зовсім на дивані, а може якось рухатись, ви можете це робити. Даже якщо лежить, все одно треба робити. Хоч щось. Вставайте, будемо робити. Самое первое и простое. Мы поднимаемся на носки и поднимаем руки вверх. Настраиваемся на дыхание. На выдохе опускаемся вниз. Пока длится вдох, мы поднимаемся вверх. Если надо, можно смотреть куда-то в пол, чтобы просто не падать. Чтобы не было, когда вы поднялись вдох, не падать. Медленно и спокойно. Контролируем и пятки, и руки. Широкими движениями. Заставляю работать сразу все тело, но очень медленно. Шипим. Помним наш уджай. Если не получается, у тебя можно делать. И... Сколько? Рекомендовано 12-15 раз. Але як... Ну, сейчас пока показываем, да. Так, как ты чуваешь? Может и 5 раз сделать? Конечно. Можно отдохнуть. Следующее. Ножки ставим, те уже стоят, на ширине тазобедренных суставов. То есть не надо слишком широко и вместе тоже не очень удобно. Как будто присаживаемся на стульчик и поднимаем руки вверх. Вдох. А на выдохе встаем обратно. Как это назвать? Уткатасана. Уткатасана. Вдох вверх. Я себе говорю, будто белье на веревку вешаю. Опускаемся. Хорошо. Здесь важный момент, когда вы наклоняете голень и также наклоняете корпус. Вставай. То есть не должно быть такого, что тело осталось ровным, а колени согнуты. Встань ровно. Вот так вот не должно. То есть вы должны наклоняться настолько же, насколько наклонились голень. И обратно встаете. Это как две параллельные. Еще вдох. Приседать поглубже. Но так, чтобы было комфортно все-таки. И стараемся не задерживать дыхание. Сейчас раз задержал. Стараемся плавно, мягко, как шум океана дышать. Все скучают за шумом океана. Вдох. Выдох. Тоже 12-15 раз по самочувствию. Хорошо. Потом делаем шаг. Любой момент. Вперед. Ножки ставим между собой пошире. То есть одна может быть на центре коврика, другая на краю. Или просто пошире. Руки вверх. Еще и заодно погоняем работу наших внутренних органов в животе. Вдох в одну сторону, выдох в другую. Таз смещается в противоположную одну сторону. Вдох, так, выдох. Так, руки на руки переходят на вот таз. Сильно треба це робити? Нет, по комфорту. Просто изгибаясь, смещаем таз, качаемся. Должно быть приятно. В одну сторону вдох. Делали 12-15 раз, на другую ножку повторили. А если вам становится чуть-чуть тяжело, значит у вас начали происходить нужный процесс. Если вам еще не стало тяжело, ну, значит... Рубить, рубить далее. Да,
Следующее. Опять первый ног перевод, та, которая была первой. И мы упрощенные как бы варианты поз делаем. Мы сгибаем переднее колено, то, что называется верхохандасана 1. И руки вверх. Чуть-чуть пригибаем. А на выдохе просто наклоняемся к передней ноге. Нам нужно ее выпрямить. Опять вдох вверх. И колено чуть больше вперед. Мягко и спокойно. Выдох вниз. Здесь особо важно делать медленно, для того, чтобы кровь в теле переливалась неспешно. Зачем взрослому человеку наркотики, если он может резко стать с дивана? И голова закрутится. Так и стоит. Еще вдох. Медленно, не спеша, с прогибом. Если от этого уже утомились, надеюсь, что утомились, переходим на четвереньки. Ага. Следим, чтобы ладони были под плечевыми суставами, а колени под тазобедренными. Не ставьте слишком близко руки к ногам. И все очень просто. Округление спины, вдох, прогиб спины, выдох. Да, хочется прогнуть ноги. Мы как бы надуваем заднюю часть легких вот здесь. И на выдохе ее сжимаем. Продолжаем. Вдох. Вот как будто эту зону всю расширяешь. Здесь больше легких, чем нам кажется. Обычно мы привыкли дышать вперед, раздуваемся. Вдох. Это упражнение также полезно для всевозможных проблем в спине, когда болит спина. Делать его можно прям от 1 минуты до 5 минут. Ну, минутку нужно поделить. Так приятно. Хорошо. Вдох. Выдох. Супер. Окей. Для людей, у которых хоть какой-то опыт в йоге возможно есть, я бы добавил собаку мордой вниз. Ты ее знаешь. Становимся на полупальцы и поднимаем таз вверх. Голову свешиваем. Важно вот здесь расслабить основание черепа. И, чтобы не стоять столбом, поднимаемся на носки, вдох. Опускаем пятки вниз, вверх. Стараемся проваливаться в грудном отделе. И хорошо работать икроножными мышцами. Выдох. Если ваши пятки сильно опускаются на пол, легко, чуть-чуть отойдите ногами назад. И теперь последнее. Ставим колени на ширине коврика. Прямо на ширине коврика. А ладошки вместе. Столбом отделку с удовольствием. Чуть-чуть назад еще. И прямо вот в сторону. Вдох правой рукой, например. На выдохе ее поставить. Ты меня не можешь. Вдох этой рукой сторону. И поворачиваем грудную клетку. На выдохе опускаем ручку. Нам нужны чуть-чуть скрутки. В другую сторону. Вдох. И рука тянется вверх. Выдох. Опускаемся и расслабляемся между лопаточек. Хорошо. Вдох. Как будто весь мир хочешь обхватить. Выдох. Опускаемся. Другой рукой вверх. Вдох. Потянувши. Можешь потянуться рукой туда вверх. И выдох. Тоже так, чтобы на каждую руку получилось 12 или 15 раз. Вдох 30 раз вместе. Все, после этого можно отдыхать. Отже, практикуємо, и все прийде. А що прийде? Щастечко, здоровечко. Прийде. Дякую. Намасте. Будь здоров. Будьте здорові. Це була програма «На здоров'я».